Всем огромный привет! В этом видео покажу еще один способ лепки пельменей без использования каких-либо приспособлений. Мы делаем круг из теста. Не обязательно, чтобы он был прям идеально круглый. В середину мы кладем начинку. Далее мы делаем... Загибаем края с трех сторон. Раз, два и три. Делаем как бы такой цветочек. Так. И края зажимаем. Защепляем. Так. Вот, собственно, вот такой вот получается пельмешечек. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И пока, до новых встреч!